Да, привет, ребята. Сейчас тестируем прямую трансляцию Facebook через веб-камеру. Микрофон тоже в веб-камере. Есть программка у меня Bitstream в телефоне, но лень там было заполнять имя, пароль. Все время проблемы с телефоном и любимыми программками, звук дребезжит. Не знаю, в чем причина, думаю, в кодике, в кодировании или не хватает мощности, что ли, в телефоне, хотя не такой мега старый какой-то у меня телефон. Ага. Так что давайте сейчас Facebook и мою трансляцию потестировали, потом еще что-нибудь потестируем. На этом все, пока.